поймать грабителей по горячим следам. Кызылординским полицейским помогают камеры наружного видеонаблюдения. Установленные на самых оживленных участках города и во дворах многоэтажных домов, 216 видеопомощников круглые сутки следят за ситуацией. С начала года они помогли стражам порядка раскрыть около 150 преступлений. Средь бела дня в подъезде собственного дома мужчину ограбили молодые парни. Избили, забрали мобильные и всю наличность. На этих кадрах с камеры наружного видеонаблюдения видно, как ребята пытаются скрыться с места происшествия. Но тщетно. Через пару минут их настигает дежурный патруль. Раскрыть преступление помогла установленная в этом дворе видеокамера. Заметив ребят, я сразу направил по адресу наряд полиции. Все подозреваемые задержаны и уже сейчас дают признательные показания. В отношении них возбуждено уголовное дело. В объектив видеокамеры попали и эти молодые люди. Чуть ранее, вооружившись ножом и масками, они ограбили букмекерскую контору в центре города. На этих кадрах пока обычная проверка. Но уже через пару минут выяснится, что именно они причастны к преступлению. На одной из видеокамер я увидел двух молодых людей. Мне они показались подозрительными, поэтому я направил к ним наряд. Задержанных доставили в полицию. Кассир букмекерской конторы узнал в них грабителей. С начала года видеокамеры помогли полицейским раскрыть 148 преступлений и выявить порядка 40 тысяч правонарушений. Эффективность незримых помощников налицо. Оперативность полицейских растет, а количество уличных преступлений в Кызылорде снижается. Райхан Ташбаева, Альхайдар Турлыханов, Кызылорда.